друзья, из города Кавентри, который находится в часе езды от Лондона. Я сюда приехал для того, чтобы посмотреть The National Mathematics and Science College. Это колледж наук и математики. Кавентри известен тем, что здесь находится также университет Warwick, который считается очень-очень престижным университетом Великобритании. Мы с вами все это дело посмотрим. Посмотрим этот колледж, пообщаемся со студентами. Посмотрим, как они живут, а живут они в резиденциях и семьях. Все это посмотрим. Не переключайтесь обязательно, потому что интересно. Особенно, если вы склонны к математикам или наукам, то этот выпуск для вас, ребята. Друзья, мы сейчас в кабинете биологии, и посмотрите, что у нас происходит. Здесь изучают, я это называю домашними животными. У меня вот до кабинета биологии был кабинет химии, и вот здесь проводили опыты. Я не знаю, с чем, я не разбираюсь в этом во всем. На самом деле изучаются различные химические процессы. А вот здесь на стенах, у них везде, значит, вот, к примеру, смотрите, 51st annual, годовая олимпиада по химии. И здесь парень, вот мы как раз были в классе, он вошел в топ-100 мира, и он входит в команду Великобритании по химии. Также вот если погулять, много где на стенах есть их награды, достижения, и в кабинете химии стоят вот коробочки, такие вот квадратные награды, которые они выигрывали. Но я возвращаюсь в кабинет биологии для того, чтобы проводить очередные эксперименты. Немножко расскажу вам о эксперименте, который проводят здесь студенты. Вот это опарыши. И опарыши, значит, будут помещены в разную среду, в разную температуру. И вот, к примеру, здесь сейчас под 50 градусов стоит температура. Здесь получается 30 с небольшим. Вот. И потом в течение 3 недель они наблюдают. И чем теплее, тем быстрее вот опарыши развиваются. И потом они становятся уже мухами. Я подавала документы в 2 колледжа, и перед тем, как принять решение об отъезде в Великобританию, я в апреле этого года, 2019, приезжала сюда и выбирала
тот колледж, который мне подходит больше всего. Я не рассматривала Warwick как университет, но мне понравился именно этот колледж тем, что у него идет большой уклон на конкретные науки, такие как биология, химия, которые мне очень важны. Я живу в общежитии с большинством ребят. Да, мне очень нравится там жить, поскольку это такая как возможность уже почувствовать себя взрослым. Еще удобно то, что мы живем в самом центре города, то есть у нас всегда есть возможность куда-то выйти, сходить в кино, в кафе, за продуктами и найти все себе необходимое. Сейчас мы в студенческой резиденции, и я вам покажу, где живут дети, да? Которую ребята сделали. Вот сейчас мне покажут, как она пуляет. Когда первый раз меня сюда пригласили на вот пробную неделю, я сказала, что я никогда, никогда в этой жизни, больше в этот колледж я не приеду. Почему? Потому что я занималась humanities. То есть у меня были основными предметами общество, история и литература. Я обожала все эти предметы, но потом меня убедили, что надо как бы позаниматься и science. И вот так я здесь и оказалась. Но тебе нравится? Очень. Если бы мне не нравилось, я бы давным-давно уже поменяла или колледж, или место, или предмет. Вообще в этом колледже очень большой упор делается на проведение эксперимента. И как бы на самом деле у этого есть свои плюсы и свои минусы. То есть, допустим, чем больше экспериментов ты делаешь, тем меньше ты успеваешь почитать книжку, и, соответственно, ну как бы все экзамены написаны по книжкам. То есть, ну, вы понимаете, к чему это может привести. Но с другой стороны, если ты видишь это в реале, то у тебя создается гораздо лучшее понимание того, что действительно представляет из себя то или иное. К этому, опять же, нужно быть готовым, и это то, на что делает колледж основной упор. Отличие от российского преподавания, на то, что я помню, в России, например, по той же самой физике, нам давали чисто задачи, мы ее решали, и все. Здесь же вам дается теория, потом у вас идет практика, то есть вы сначала все читаете, потом вы это делаете руками, понимаете, мозг это все воспринимает, только потом вы уже решаете задачи, понимая, как это действует. Ну, то же самое по всем остальным предметам, там, по химии, по биологии. Математика у меня просто с детства всегда получалась, а химию здесь так преподает учитель, что у тебя мозги слетают с катушек, ты вот все хочешь сделать. А мне сказали, что здесь многие участвуют в национальных, типа, олимпиадах. Да, да. А ты не участвуешь? Я участвовал, я в прошлом году получил медаль, я попал в 1% учеников во всем мире по математике. Я, да, один из тех людей, которые живут в Комсте. Мне, в принципе, там нравится, потому что
многие вещи, которые ты делаешь в резиденции, ты не делаешь в МСТЭ. То есть стирать одежду, гладить, готовить не надо. То есть это все за тебя делают, там, меняют белье. Если тебе нужно куда-то съездить, тебя могут довезти, а с тобой могут поговорить в любой момент. То есть если у тебя там есть проблема, ты там, не знаю, поникший, ты можешь один на один с кем-то поговорить, обсудить проблему. В принципе, как самый настоящий родитель. У меня сейчас вот такое отношение с моей семьей, их МСТЭ, что они считают меня своим сыном. И ну, МСТЭ тебе нравится? Да, да. Моя семья вот прям очень. И мы с моим водителем, с Энди, едем в семью, как раз, чтобы показать вам, чем отличается резиденция от семьи. Мне любезно показали дом и комнату, где живет Мария, русская студентка. А вот сейчас, после дождя, я, значит, нахожусь во дворике. Очень классный такой дворик. Ну, классно? Классно. Комната очень классная. То есть, смотрите сами, все, видите комнаты, кухни, ну, все просто супер. Сильный упор на математику, особенно на продвинутую математику, и, соответственно, углубленное изучение физики и информатики. Ну, у тебя какие любимые предметы твои? Информатика и математика. Здесь очень много практики, в особенности в информатике. Здесь очень много программирования в самой информатике. То есть мы 3 из 5 уроков в неделю просто программируем, учимся чему-то, изучаем. В то время как в моей русской школе у нас было больше теорий, хотя программирования тоже было немало, но было намного больше теорий. Да, свободного времени немного, поэтому или занимаюсь спортом, пытаюсь, или играю на гитаре. Город небольшой, но это студенческий город, поэтому здесь есть все, что нужно обычному студенту, поэтому никаких проблем нет. Итак, друзья, я сейчас еще в одном кабинете физики, и вот, к примеру, мы видим здесь велосипед разобранный. Это не просто так разобранный велосипед. Дети здесь изучают металлы, также изучают различные физические процессы, то есть как работают цепи, механизмы. Вот настоящий велик, это все специально здесь находится, да, помимо всякого различного оборудования. Вот, к примеру, катапульта разработал один из учеников, и мало того, что он ее сделал, это целая его работа, и он, значит, на уроке IT также проработал программу и разработал симуляцию того, как она работает.